Приветствую всех на канале Амигуруми Лайф. Сегодня хочу показать посылочку из Китая. Здесь мне пришли крючки для вязания. Так, набор крючков. Он просто вот в такой целлофановой пакетике. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять штук. Стоили они мне 282 рубля. Значит, ручка у них бамбуковая, а сам крючок стальной. Размеры 0,5, 0,75. Это маленькие. 1,0. Сейчас я хочу сравнить их с крючками Clover. 1,75. Так, двойка. Хочу найти самый большой. 2,75. 2,25. Эти крючки, номера идут до 2,75. От 0,5 начиная. Сейчас я их буду, вот отложила двойку, 2,25, но номера написаны прям еле видно. И, наверное, они, может быть, нет, они не написаны, они как выжжены. Наверное, должны все-таки держаться. Сейчас я их буду сравнивать с крючками Clover. Значит, 2,25 начнем. Так, крючок. Ручка у китайского крючка шире, чуть длиннее. И металлическая часть тоже длиннее. Теперь посмотрим по толщине. Ну, похоже... Похожи они, наверное. Нет, все-таки китайский крючок чуть-чуть потолще. Немножечко потолще. Но напомню, что Clover алюминиевая, вот эта часть, а здесь стальная. Теперь посмотрим тройку. Тройка Clover и 2,75 китайский крючок. Ну, вот по вот этой части все-таки Clover потолще чуть-чуть. А по головке, вот по этой головке одинаковые. Так, крючок не острый. Вроде нормальный. Попробую еще его в деле. И вот один, все нормальные крючки, а вот один, он или не отполированный, или... испачкан чем, или вообще сталь какая-то другая. То есть все блестящие, хромированные, а этот вот такой матовый. Так, крючок легкий. Держать, ну, вроде удобно. Сейчас буду пробовать ими вязать. Вязать буду крючком 2,75. Так, скользит он хорошо, держать удобно. Головка вот эта не цепляется за нитки, потому что когда острый, бывает, что нитку расщепляет. Ну, в принципе, вы знаете, очень даже ничего. Единственное, что вот эта часть длиннее, чем кловеровский, но это дело привычки. Это дело привычки, потому что
Раньше я тоже длинным вязала, было удобно. Скользит хорошо. В принципе, в вязании удобный крючок. И ручка удобная, хорошая. И те, кто держит сверху, мне кажется, тоже удобно ее держать. Она гладкая, но не скользкая. То есть она не скользит в руке, а так очень комфортно и приятно ее держать. Ссылочку, если кому интересно, на магазин, где я их брала, я оставлю в описании внизу. Пришли они мне довольно быстро, где-то месяц с небольшим, ну, меньше 2 месяцев. Я считаю, что для Китая это нормально, тем более здесь вот эти праздники новогодние были. Кому было интересно, делитесь этим видео, заказывайте себе крючки. И вяжите в свое удовольствие. Всем пока!